Вот она моя конфетка. Братан. Вот она моя конфетка. Вот она моя конфетка. Вот она. Try to go there. А не, не сошла. Bartan, can you take hook and bring it for me? Huh? Hook, can you go there and take hook? Понеслась, понеслась. Пошла. Throw to this side. По-моему, это кинг. Yeah, just slowly. I have a lot of time. I have a lot of time. Братан, no, this side, because you catch me. Yeah, just go down, братан. Yeah, just slowly, slowly, be careful. I told you, be careful. I told you, wait, please. I told you many times. По-моему, кинг, потому что выпрыгивал. No, 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 no. He will come. Come, come, come. Just go with that. Come, come, just slowly, come to me, slowly. No, 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 don't touch. No, 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 no. Slowly, 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 we have a time. Тут. Yeah. Wait. Sorry, man.
I told you guys, please throw to this side. No, we are throwing on the side. Because this fish was moving there. Что-то очень хорошее. Это очень хорошее. I just wait. Security. Что-то очень хорошее. Я думаю, что это кит, скорее всего. Я снился. Very far. Я уже устал тащить. Я никогда не думал, что я так устану тащить рыбу. А? Но. Фух. А, и качет бай. Иси. За хвост поймал. А нет, она перекрутилась. Перекрутилась, блин. I catch it by side. Wait, we have a time. Yeah, it's okay, I will take it, bro. I will take it, bro. Nice catch. Сори, братан. Вот такая рыбка. Она отсюда как-то вылезть. Вот она, красавица. Вот это класс. Так, народ, как думаете, сколько килограмм? Эта рыбка будет на конку. Ну давай, финал. Оп. 3 килограмма 645 грамм. Вот такая вот красавица. Класс. Так, выгнали нас с той локации. Приехали мы сюда на такую насыпь. Здесь, конечно, людей очень много. Начну я с пилькера. Потому что здесь фишка в том, что нужно далеко бросать. А лучше всего бросать дальше всех. Тогда есть шанс что-то поймать. Взял уже я сегодня квина,
Взял он, кстати, на пилькер, что интересно. Обычно они любят в этом районе воблера, но этот взял на пилькерок. Попробуем еще здесь, сейчас, наверное, минут 40 постоим. Может, еще рыбка какая-то и выйдет. Товарищ также поймал хамура где-то на килограмм. И ребята рядом стояли, поймали одну голден трывали и одного квина. Тоже такого килограмм на 5, типа как я поймал. Ну что, попробуем, попробуем. А вдруг? Все может быть. Так, побросал я пилькер немного, поставил такой воблер. Hardcore Heavy Minnow 110 тонущий. Он 37 грамм, он очень тяжелый. Как раз, чтобы далеко забрасывать и чтобы он тонул. Потому что здесь рыба, если была утром, она была наверху. А сейчас, возможно, она опустилась на дно. Обычно так часто бывает, когда с лодки ловишь, видишь котел, подходишь до котла, бросаешь, поймал одну-две. И потом опускаешь вниз пилькер и начинаешь со дна ловить. Значит, использую я равномерную проводку с такими небольшими поддергиваниями, потому что морская рыба, она любит быструю проводку. Почему я бросил воблер? Я вот, мы стоим здесь на камнях, я видел только что здесь всплеск. Всплеск чего-то очень хорошего. Возможно, это хорошая рыба. Так, даю я воблеру немножко заглубиться. Сейчас он заглубится и метров на 10. И буду начинать проводку. Здесь, наверное, глубина на выбросе, ну, метров 20-25. Потому что здесь метров 100 от берега идет фарватер. Здесь корабли ходят. Так, будем мы заканчивать сегодняшнюю рыбалку. Как говорится, сегодня трофей поймали. И на этом спасибо. Выгнали нас с перспективного места. Пришли мы сюда на Лувр. Ну ничего. My friend. How was your fishing today? Нормально, охуенно. Нормально? Next time we will go to this place? To South Island. To Open Sea. To Open Sea. Говорит, что здесь плохо рыбу ловить. Надо идти туда, на открытое море. Там лучше. Ну вам, ребят, спасибо, что смотрели. Ставьте свои лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Всего хорошего.